я и, ну, давно, можно сказать, живу в России и работаю. Учился и здесь, поэтому я себя считаю, как это вторая родина моя. Больше половины сознательной жизни я провел в России. И как вы сказали, что Индия и Россия это, как сказать, хинди-руси бхай-бхай. Мы всегда говорили, это индусы и русские это братья. Потому что индусы считают, что это та нация, которая из, которая в юге, а россияне считают, что они северные штаты, да, северные. И северные пошли в юг, внизу, стали индусами. Индусы считают, что индусы пришли в север, стали русскими. Поэтому даже если посмотреть, то у нас где-то 85% ДНК совпадает. Такие эмоциональные, как вы видите, да, вы сказали, что индийские фильмы вы смотрели, вы выросли на этих индийских фильмах. Был такой инцидент. Русской шляпе большой и с индийской душой. Душой, да, вот как раз Каспин Радж Капур, который вел эту песню. И был такой инцидент, я когда учился, я учился в Минске при советских времен, и был в кинотеатре, и там показывали индийский фильм, большая, много народа было, и какой-то привезли солдатов, да, из наверное, у них были выходные, и привезли посмотреть кино, индийский фильм «Шакти». Это фильм про отношения между отца и сына показывали. И я видел, что солдаты, которые сидели, они плакали. Такой эмоции между отцом и сыном показывали. Поэтому, ну, у нас, как господин Шазин сказал, что не отличается, мы отличаемся только языком или видом, а в душе мы одинаковые. Спасибо большое. Я бы хотел представить картинки, которые нарисованы господин Радж, который является культурным амбассадором клуба Amicability. Он нарисовал эти картинки для БРИКСа, который был в 2020 году в Сочи, где он представил 5 наших премьер-министров, скажем, господин Моди, Путин и господин Джинпин из Китая и Бразилии премьер-министра, который означает дружбу между 5 этими странами. И нарисованы здесь картинки всех животных, которые у нас, как говорится, животные страны, скажем, бенгальский тигр индийский, медведь из России, скажем, панда из Китая. Потом здесь выставлено нарисованный храм, индийский храм, 5 храм мира, индийский храм, русский храм, это церковь России, храм из Китая и храм из Южной Африки. Все это сделал господин Радж. Спасибо.